Я бы сказал, за последние 30 лет у нас изменилось огромное количество законов в законодательной базе. Причем некоторые были притянуты и приняты, что называется, от лобби. То есть лобби, которых сейчас уже и нет, которых лоббировали отдельные предприятия, отдельные агломерации офисно-банковские и так далее и тому подобное, очень сильно влияли на так называемую реструктуризацию законов, и это временные законы, которые входили в постоянные. Многие нужно отменить, они действуют сами против закона, и они действуют против людей. Мы с вами прекрасно знаем, какие поправки были бы нужны, за это борются и оппозиционные структуры, и независимые отдельные там ассоциации, и даже мы подпадали в такую ситуацию, когда эти законы действовали против нашей деятельности спасательной, исследовательской, творческой. Поэтому в творческом плане, в инициативе общественно-политическом, наверное, пересматривать нужно вместе с народом всю конституционную мораль российского государства, дополнять ее, пересматривать в хорошем смысле, дополнять, сделать новую базу при той динамике развития законотворчества, которая у нас сейчас есть. Поэтому абсолютно правильно, что я бы даже сказал, что здесь около 400 законов нужно рассматривать, не очень положительных к согражданам, к соотечественникам, к социуму России.